Одна из главных тем, которая волнует каждого люберчанина – реконструкция Октябрьского проспекта. По этому вопросу глава округа Владимир Ружицкий провел встречу с жителями. На вопросы горожан отвечали представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, дирекция дорожного строительства, подрядчик и проектировщик. Обычная ситуация на Октябрьском проспекте. Ближе к вечеру в сторону области большие пробки. Такие же затруднения утром по пути на работу. Постоянные заторы на главном Люберецком проспекте автовладельцев не удивляют. Ну, стоим здесь вообще часами. Это еще часа пика нет. Сейчас будет через час, что здесь творится. Мы здесь стоим по два часа. Просто, пожалуйста, уже пора уже что-то придумать. Чем быстрее, тем лучше. Вообще езжу каждый божий день, здесь постоянно пробки, вообще ужасно. Хочется машину поставить и пешком пойти. Нужно расширять, делать больше полос и объездную какую-то эстакаду, потому что невозможно вообще ездить. Но не все жители домов, расположенных вдоль Октябрьского проспекта, с этим согласны. Одних пугает шум от строительных работ, другие беспокоятся о чистоте воздуха. Скажите, пожалуйста, в какое время утром будут начинать и вечером заканчивать строительные работы? Каким образом, чем будет дышать наш город? Строительные работы будут проводить только в разрешенные часы в соответствии с законом о тишине. Вдоль обновленной дороги установят шумозащитные экраны. Реконструкция проспекта увеличит скорость транзитного транспорта, а значит, вредных выбросов в атмосферу станет меньше. Контролировать исполнение каждого этапа реконструкции будут не только эксперты, но и сами жители. Кто желает войти в состав рабочей группы, мы возьмем проектанты, специалисты и жители. И по каждому вопросу, который здесь поднимался, рабочая группа отработает. По каждому вопросу, по каждому метру вдоль Октябрьского проспекта. Главная задача – избавить Октябрьский проспект от пробок и обеспечить по нему бесперебойное движение. Для этого количество полос увеличат с 4 до 8, а также построят эстакаду с шумозащитными экранами. Мы рассчитываем, что буквально в февраль-март мы уже приступим к выносу коммуникаций. То есть этапность будет следующая. Мы будем сначала выносить коммуникации, готовить территорию, дальнейшее строительство местных проездов и строительство эстакады. Это наш план на этот год, начало строительства эстакады. Во время расширения дороги движение по магистрали перекрывать не будут. В период работ по строительству эстакады построят проезды-дублеры для объезда. Масштабная работа не затронет исторические памятники, жилые дома. Ожидается, что реконструкция главной транспортной артерии Люберец финиширует в 2025 году. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.